Всем привет! Сегодня мы приготовим наивкуснейшую молодую дачную картошечку в мундирах. Что мы для этого будем использовать? Немного лаврового листа, это первое. Листья хрена. Они сушеные, но, собственно, разницы нет. Хрен тоже дачный. И укроп. Конечно же, крупная поваренная соль. Я сейчас все эти ингредиенты помещу в нашу кастрюлю, добавлю примерно чайную ложку соли с горкой и поставлю варить до готовности. Ребят, картошечка получается просто обалденная, вот съедается просто за один присест. Как подавать, я ее покажу немножко дальше. Нашу картошку я поставил на огонь, примерно это выглядит таким образом. Те, кто когда-либо готовил такую картошку по такому рецепту, со мной согласится, что она очень вкусная. Конфорка самая маленькая на этой плите, огонь максимально большой из возможных. Сейчас я доведу все это до кипения, потом убавлю огонь, чтобы кипение не было через край, и буду доводить до готовности. Картошка сварилась, я слил воду, крышку я оставлю, ну скажем так, кастрюлю я оставлю открытой, чтобы картошка потихоньку остывала. Картошка молодая, картошка разваристая, то есть если видно. Вот. Ну и собственно немного остынет, будем дегустировать, что у нас получилось. Наша картошечка в мундирах молодая готова. Кушать я ее буду с перваком. Свежими и солеными дачными огурчиками. Огурцы малосольные, домашнее сальцо. Вот. Собственно, да, это наша, можно сказать, национальная кухня. То есть русских, белорусов и украинцев. Как бы мы от этого, ну или кто-то от этого не пытался бы уйти, ребят, как бы никакой Макдональдс, никакой фастфуд нам не заменит окрошку, окрошку в мундирах и прочие наши вкусняшки. Поэтому, ребят, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал «Готовить просто». За ваше здоровье. Поэтому подписывайтесь на канал «Готовить просто». Ставьте палец вверх. Нажимайте на колокольчик, пишите ваши комментарии. Вот. И, собственно, спасибо за просмотр. До свидания.